На сегодняшний день в стационарных здравницах города отдыхает порядка 2500 детей. Каждый из них под пристальным контролем. Наружное и внутреннее видеонаблюдение, охрана объектов лицензирована ЧОПами, выход на единую службу безопасности города. Особое внимание пляжным территориям. Перед началом сезона здесь была проведена водолазная очистка морского дна. Все матросы-спасатели также прошли аттестацию. Данный пляж соответствует требованиям безопасности. Матросы-спасатели наличие. Место купания для детей ограждено и безопасно. Мы постоянно проводим такие проверки детских пляжей, потому что безопасность детских пляжей – это первоочередное. Также мы проверяем все детские купальни, которые находятся на муниципальных и ведомственных пляжах. Помимо здравниц, функционирование систем безопасности также проверяют и на других объектах детского отдыха, в лагерях дневного пребывания, которые открыты на базе образовательных учреждений города, в палаточных лагерях, а также на всех 145 дворовых площадках, где все лето с детьми работают аниматоры и волонтеры. Особым акцентом нашего летнего оздоровления считается наша программа «Площадка нашего двора». Это тоже одновременное пребывание на всех 145 площадок, а это много. Мы в течение всего лета каждый день работаем, исключая воскресенье, работаем на этих 145 площадках, и это, безусловно, большое нахождение детей. Детская оздоровительная кампания продлится до 31 августа. Все это время на объектах пребывания несовершеннолетних регулярно будут проходить проверки безопасности. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.